Кабинет министров откажется от услуг консалтинговой компании «Прудентия», давнего партнера правительства. Причиной для расторжения бессрочного договора стали несогласованные высказывания руководства компании о новом инвесторе для национального авиаперевозчика Air Baltic. «Надо было молчать», — говорит министр сообщения. Государство еще не решило вопрос о привлечении в компанию дополнительных средств и инвестора. Сейчас происходит процесс проверки потенциального инвестора в соответствии с законом. Коммуникация Прудентии была очень странной. В 3 часа ночи в прошлую пятницу они опубликовали всю информацию для прессы. В свою очередь, министерство получило все документы только в 3 часа дня. Никаких штрафных санкций за расторжение договора с Прудентией, по словам министра, не ожидается. Тем временем проверка потенциального инвестора для Air Baltic продолжается. Нового консультанта к проектам привлекут по мере необходимости, сказал Матис. А правительство в поиске инвестора для Air Baltic сотрудничает с Прудентией с 2011 года.